Я требую привлечь Назарбаева к уголовной ответственности за уничтожение экономики Казахстана как террориста, как рецидивиста, как мошенника. Здравствуйте, граждане Казахстана, я гражданский активист Утебаев Бекболат Хамитович. Сегодня 6 ноября вышел с протестом по поводу запрета на мирный митинг, который мы подавали заявку акимат города. Но нам акимат отказал, ссылаясь на санврача. А при чем санврач? Мы же не в закрытом помещении проводим этот мирный, будем проводить мирный митинг, а в открытом, на открытом свежем воздухе. Когда это депутаты, парламент проводят внутри помещения заседания, вот антизаконные народы, законы, им можно, а нам народу даже на улице нельзя собраться. Выразить протест против, мы хотели выйти на митинг и сказать: нет росту цен на тарифы, нет рост цен на продукты питания, нет рост цен на лекарства и нет выборов, без права выбора. Мы, народ Казахстана, имеем право выбирать, которое у нас, Назарбаев украл у нас это право. Мы хотим иметь в парламенте, в мажилисе, своих депутатов от народа. Не нужны нам эти коррупционеры, нуротанцы, мошенники, которые нас обворовывают, 30 лет там лапшу вешали на уши. Где программа Назарбаев? 20-20. Программа твоя, 20-20. Где она? Где сельское хозяйство? Где промышленность наша? Где наша легкая промышленность? Преступник, террорист, уничтожил все. Теперь создал кабинет Назарбаевской безопасности и скрывается за личкой Касымова. Я требую привлечь Назарбаева к уголовной ответственности за уничтожение экономики Казахстана как террориста, как рецидивиста, как мошенника. Требуем остановить рост тарифа на коммунальные услуги. Остановить рост цен на продукты питания. Остановить рост цен на лекарства. Мы хотим избирать для своих депутатов народ. Мажилис, парламент. Еще раз будем подавать уведомление на проведение очередного, пятого уведомления на проведение митинга мирного. Вот, пожалуйста. Снимать, покажите вот это лицо. Вот. Страна должна знать героев. Сколько раз вы подавали уведомления о проведении митинга? Мы граждане города Уральска подавали 4 раза, нам 4 раза был отказано. Какие причины отказа указывают? Ну, причина, что санэпидизация запрещает скопление массового народного населения, это на людей. Но мы, извините, санэпидизация знает отлично, даже у них есть не более 200 человек. Правильно, да? На какое количество вы планируете? Мы давали заявку на 50 человек всего, вот. И кто нам отказали в этом? 50 человек всего, вот. Не допустим парламент, мажилис, коррупционер, мошенник из Нур-Отана. Мы выделили своих депутатов. От народа. Хватит мошенников кормить, дармоедов, воров. Вон, вывеска красивая, а внутри одна трухля, гниль, прогнившая коррупция и мошенничество. Чтобы народ услышал, чтобы увидел народ, что до чего у нас власть дошла, что даже мирные митинги против произвола власти не дают нам проводить. Потому что мы имеем право сказать нет росту тарифов, нет росту цен на продукт питания и росту цен на лекарства. Мы имеем право сказать. Поэтому мы хотели сделать митинг. Но нам вас запрещает это. Коррупция, одним словом. Коррупционеров покрывает. Вот. Абусалам. Урал қалалық саясат бөлімі басқарма. Урал қалалық саясат бөлімінің бас маманы. Кім едім? Темірбай Али Мадемович. Орысшасы ма, қазақша шығады? Мен мемлекеттік тілде. Айтып сізге. Міне, көрдім. Так, Қазақстан Республикасы 2020 жылы 23 мамырдағы бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заңына байланысты. Заңның 10-ші тәртібіне байланысты сіз мемлекеттік атқарушы органға
5 жұмыс күн ішінде хабарлама беруіңіз қажет. Алайда сізден ондай хабарлама болмағандықтан сіздің қазіргі әрекетіңіз заңсыз. Қағаз алып көрші, қағаз алып көрші, оқиын. Алып көрші қағазымды, алып көрші қағазды. Который запрещает меня дену шпикет. Алып көрші мұнда. Алып көрші мұнда, алып көрші мұнда. Қағаз, бәрі көрісін, оқысын. Бар ғой заңды, мен сізге айтамын. 2020-23 мамырда шыққан. Өзің арта айтпа. Есть закон такой, Конституция Қазақстан. Есть, он выше вашего закона. Там статья 32. Я по Конституции, статья 32. Провожу одиночный пикет. Вопрос есть ко мне? Принесите бумажку, которую запрещаете. Номер юридический халус врача. Кагаз алып көрші, кагаз алып көрші. Көпшілік адамдар жиналға. Бумагу принесите, которую запрещает одиночный пикет. Принесите бумагу. Заңда, подтверждающий бумагу. Интернетте тұр ғой. 2020-23 бумагу. Вы не слышите меня, я вас не слышал. Теперь вы меня слышите. Принесите бумажку с печати, с родственниками, которая подтверждает, что запрещены одиночные пикеты. Принесите, пожалуйста. Вот видите, видите? 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 Врет, прям нагло врет. Не может. Если ты правда говоришь, если ты правда говоришь, ты должен сейчас принести бумажку показать. Вот бумажка, вот печать, вот запрещено одиночные пикеты. Принеси бумажку мне, пожалуйста. Вот она была. По-русски повторить, какие у вас к нему претензии? Говори по-русски, я не понимаю. А повторите, пожалуйста, по-русски. Кто вы? Какие у вас претензии? Отказываюсь. Принесите бумажку, подтверждающую, что запрещены одиночные пикеты. Все. Без вопросов. С печати, с росписью. Все. Принесите, пожалуйста, бумажку. От себя этот. Закон свой, здесь внутри политики, внутрь и все. Пошли шушукаться. Имеет право голоса, право выбора и право быть избранным. Осудить рост тарифов на коммунальные услуги. Осудить рост цен на продукты питания. Осудить рост цен на лекарства. Долой коррупцию. Еще раз на очередной понедельник пойдем еще раз очередное уведомление на мирный митинг. Если не откажет, то мы будем объявлять по всему Казахстану. Забастовку. Во время выборов. Как его называется? Как сказать? Зал вылетело. Короче, мы будем во время митинга мы будем здесь. Митинга, весь народ выйдет сюда и будет требовать, чтобы народ имеет право своих депутатов от народа выдвинуть. Мы жили в парламент, мы имеем право.